Так, Венера, серп виден отлично, ветер мешает, ничего сделать не могу. 29 апреля 2020 год, Харьков, 20:17 по Киеву. Уже практически полностью темно, поэтому большой контраст между серпом Венеры и темнеющим небом. И уже пошло такое сияние вокруг серпа и молота. Но серп Венеры чутко виден. Видно, что это никакая не звезда. Что это планета, освещенная с одной стороны Солнцем. Ровно как Луна. Сейчас на Луну я сейчас еще переведу запись. Зараза, попробую поймать. Юркую. Сейчас попробую кольцо резкости покрутить. Хуже. Лучше. Оп, убежала. Хуже. Наверное, так. Да, ну ветер, ну что тут сделаешь, блин. Ну, вроде все, отошел, и ветер вроде чуть стих. Вот она. Ползет красавица по небосводу, прячется за горизонт. Чтоб мне такое терпение. Еще раз, 65 миллионов километров до Венеры. Ничего пока на небосводе не видно, кроме Венеры и Луны, которая сейчас месяц. Пока еще не полностью стемнело. Ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry. Какая краса. Я, конечно, не про свой вокал, а про кратеры. They gently fall upon your window. You'll never know. Да, вот на границе света и тени вообще Луна красивая. Отошел. Бежал. Сейчас.
Круглые кратеры, да. Целый день сегодня был посвящен, почему они круглые, а они эллипсоидные. Не овальные. Как должны быть при падении по касательной. А все дело в том, что скорость слишком велика, и удар получается просто взрыв. Что-то за темная полоса. А, это край кратера как раз. По-моему, чудесно. Я ветерочек стих, ну вообще прекрасно. Вот спасибо, дорогой. Да, на очень высоких скоростях встречается. Только заговорил, что ветерок пропал, он появился. На очень высоких скоростях встречаются астероиды с Луной, с поверхностью Луны. И даже когда это проходит под острым углом, все равно получается след, как будто камень в жидкое тесто плюхнулся, а не на твердый грунт, не в пыль. Оттого абсолютное большинство, не все, но абсолютное большинство кратеров круглые. Ну, сейчас, наверное, просто не попаду на Венеру. Ну хорошо. 29 апреля. Две тысячи двадцатый.